Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Давид признает свою вину. Господь послал к Давиду пророка Нафана. Тот пришел к царю и рассказал такую историю. В одном городе жили два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого человека были большие стада скота, а у бедного не было ничего, кроме одной овечки. Эту овечку он купил еще маленькой и сам выкормил ее. Она росла у него в доме вместе с его детьми. Однажды к богатому человеку пришел странник, но богач не захотел взять овцу из своего стада, чтобы приготовить обед для него. Он взял овечку бедняка и приготовил ее для своего гостя. Услышав это, Давид сильно разгневался и воскликнул: «Этот человек достоин смерти!» Тогда Нафан, посмотрев Давиду в глаза, сказал ему: «Ты тот человек! Бог помазал тебя царем над Израилем и защищал тебя от врагов. Он дал тебе так много! Но ты убил Урию и забрал себе его жену. За это Господь накажет тебя!» Давид осознал свою вину и искренне раскаялся пред Господом. Он сочинил псалом, в котором обращается к Богу с просьбой о прощении. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, омой меня и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Какую историю рассказал Давиду Нафан? Что этим Бог показал Давиду? О чем Давид умолял Бога?